Всем привет, меня зовут Георгий, это моя супруга Ольга, я продюсер, она эксперт. У нас школа имиджа и стиля, школа, собственно, имени Ольги Чистовой. За последний месяц у нас оборот 1 027 000 рублей. И в этом классном видео мы вам расскажем наши принципы работы в отношении построения личного бренда, когда центровой фигурой в бизнесе становится персона. Мы расскажем, почему это очень важно. Естественно, мы как бы ищем регистрации, ищем подписчиков. И эти подписчики, они в дальнейшем будут вам давать конверсию в покупку именно вашего курса, любого. Вы можете знать это, не знать про это, можете делать вебинары, не делать вебинары. Они будут сами жить, сами следить за вами, греться постоянно вашим контентом. Если даже они приняли решение не приходить в вашу школу, им в принципе это не интересно, но интересно вы именно как эксперт, как личность, то они в итоге все равно вас купят. Это может пройти через неделю, через месяц, через год, через два. Вы никогда об этом не узнаете. У всех длина сделки разная. Но это все равно произойдет. Это может быть YouTube, это Instagram, это может быть ВК, неважно. Главное, что вы развиваете себя как личность, как эксперта. Как есть такое понятие, как центровая фигура в бизнесе. Так вот, вы должны быть, ваш эксперт должен быть центром в этом бизнесе. Гораздо проще продавать именно человека, пример, кейс, нежели какую-то компанию развивать и продавать. Подписчики могут прийти к вам как платно, так и бесплатно. То есть люди подписались на вебинар, они, соответственно, получают письмо с просьбой: подпишись на нас в Instagram, дадим вам контент очень крутой. И они подписываются. Подписываются примерно 30-40%. Вот всего трафик. Но эти люди остаются с вами навсегда. Если вы будете давать именно крутую информацию, нужную, полезную, самое главное, не скупитесь, не жалейте своих умственных сил на этот контент. Вы 100% их завлечете. Они у вас будут греться, 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 греться. И в итоге поджарятся и купят. Вот 100% вам говорю.